Технический прогресс подарил нам миллионы полезных девайсов. Но далеко не все продуманы идеально. Даже бабушка, да, она пользуется нашей почтой с большой долей вероятности. Целая куча проблем при пользовании этой почтой. И мы, на самом деле, те ребята, которые эти проблемы решают потом. Мы хотим, чтобы все интерфейсы были интуитивно понятными и удобными. Программа обучения «Дизайнер интерфейсов». Сейчас все больше задач по интерфейсам, поэтому спрос на этих людей там все больше и больше растет. Прям насущные задачи, которые напрямую влияют на бизнес. Такая востребованная профессия, на мой взгляд. Работай в удовольствие. Обожаю свою работу, потому что она безумно интересная. Ты сам ставишь себе задачу, ты сам ставишь для нее какие-то сроки. Это очень круто. Замечательный современный подход, в котором приятно работать. Решай интересные задачи. И в этом, собственно, и есть кайф, когда у тебя есть задачи, от которых тебе еще прет делать. Двигайся со мной. Давайте вместе подвигаемся. Создавай нужные и полезные вещи. Видеть, как люди пользуются твоим сервисом – это самое приятное. Получай за это много денег. Наша сфера офигительно развивается, очень быстро. Есть куча возможностей для того, чтобы зарабатывать отличные деньги в том числе. И работай где захочешь, по всему миру. Много технологических команд, которые делают новый продукт. И любому подобному производству необходим продуктовый дизайнер. Поэтому мы создали программу, которая поможет тебе легко войти в профессию. Мы с вами разобрали, что такое UX и его предшественников тоже. И давайте теперь посмотрим о том, кто этим UX занимается. Но обучиться не так сложно. Важна теория и практика. Вот, ну плюс время. Мы не только научим тебя, но и поможем устроиться в крутую компанию. Мой основной совет, как большого зануды, не лениться. Все вообще перед глазами, перед руками и, блин, только захоти. Записывайся на курс на Contented CD.